Уважаемые друзья, партнеры, зрители, приветствую вас сегодня на моем канале и хочу представить наши новинки, наши новые моторы. Многие, наверное, уже знают наши моторы DA90S, многие их уже тестировали, испытывали на различных транспортных средствах, на мотоциклах, на гусеничных транспортных средствах, даже на лодках, так что многие знакомы, знают эти моторы, что они могут. Так вот, многие интересуются проектами нашими и смотрят за основным проектом, который развивается в Совальмаш. Многие задают вопросы о колобках. Многие знают, что я тестировал колобки, и наш мотор колеса еще в Германии ездил на байках, тестировал их на различных типах байков, демонстрировал эти байки с этими моторами в Монако на выставках. Так вот, многие спрашивают про колобок. Что такое колобок? Наверное, многие знают сказку, да, колобок, но колобок – это что-то такое круглое, да? Наш колобок, который мы использовали на байках, был немножко как пирожок. Так вот, посмотрите на новый колобок. Колобок DA90S. Он в действительности круглый, похож на колобок. Но в отличие от предыдущего своего брата DA90S, который имел номинальную мощность 3 кВт, этот мотор имеет номинальную мощность 4 кВт. Остальные все его характеристики те же. Крутящий момент, тот же самый максимальный крутящий момент 74-75 ньютонов на метр. При 350 амперах, то есть этот мотор можно использовать до 350 ампер, то есть с контроллером 350 ампер максимальный. Номинальная, как я сказал, выше, да, то есть номинальная здесь была ампераж всего лишь 60 ампер, у этого ампераж увеличен до 80 ампер и, как сказал, 4 киловатта номинальной мощности. Максимальная мощность. Теоретически можно получить больше, если использовать чуть большее напряжение, 96 вольт. Этот мотор рассчитан, у него 91 вольт номинальное напряжение. Но в основном мы используем его на 72 вольтах. И 72-вольтные контроллеры на мотоциклах дают максимальную скорость до 95 км в час. То есть, если использовать с охлаждением, вы можете использовать до 96 вольт и увеличив при этом скорость. Максимальные моменты от вольтажа не изменяются, только ток влияет. Поэтому вот вам новый колобок. Кто интересовался колобками, можете пользоваться. Всего хорошего и до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если понравилось. И нажимайте на колокольчик, чтобы получать сообщения. Всего хорошего!